Ой, гости дорогие. Ой, горько, горько. Горько, 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 горько. Дорогой, Славочка, знаешь, у нас с тобой будет трое детей. Один мальчик и две такие хорошенькие девочки. А откуда ты знаешь? Они сейчас у моей мамочки, да? Ой, пока жених с невестой исполняют свадебный вальс, жрите, жрите, гости дорогие, пейте. Давай, братуха. Давай, за молодых. Как дела-то у тебя? Ой, лажура. Муж, гепатит на 100%. Ой, да это ничего, мой на все 300. Как это? Да козел. Мало того, что член не стоит, так он еще палец сломал и языком шок. Придурок. Хорошего домодома выбрали. Угу. А вот про аналитика забыли. А нахуя на свадьбе аналитика? Проверял, чтоб аналитили. Тебе б только налить. Живи давай. Понимаешь? Тост, дети мои. Детка. Так, я поздравляю вас с этим прекрасным днем. Желаю вам счастливейшей семейной жизни. Но нужно знать несколько правил. Первое правило: нужно найти женщину, которая умеет готовить и убирать. Также нужно найти женщину, которая зарабатывает много денег. А также нужно найти женщину, которая любит заниматься сексом. И чтоб эти папы никогда не встретились. Горько, друзья мои, горько! Сейчас, гости дорогие, внимание, хватит жрать. Внимание, эй, выступит папочка. Папочка невесточки, папочка в неместочке, невесточки. Встречайте, встречайте. Дорогие, сегодня мы теряем не только доченьку Любушку, но вместе с ней уходит от нас чай вдвоем Юлия Савичева, Чили. Ногу свело, и многие-многие-многие. Ура! Ура! За друзей! За Диму Билана! Давайте! Дорогие друзья, объявляется конкурс. Детка, конкурс
всего-навсего нужно изгримасничать и изобразить физиономию как можно интереснее и оригинальнее. Начинаем с вас. С меня? Да. Следующий. О, хорошо, а следующий идет большой дядька. О, молодец, дорогак, Джо. Победила невеста! А я же не играла! Мазю. Девочки, пьем, закусываем. Вот мы с вами где-то встречаем. Иди сюда, иди сюда, иди! Ну, ты прикинь, мужу дали такую стрёмную квартиру, что пришлось менять. Квартиру? Нет! Мужа! Да что такое? Что случилось-то? Дивный! Не надо было мне выходить замуж за такого жадину. На! На! Свое кольцо забери. А коробочка где? Где коробочка? Коробка где, я тебе говорю? Коробка! И сейчас наш дорогой жених покажет, как он любит свою невесту. Он сделает 5 шагов вперед и при каждом слове говорить какой-нибудь незабываемый комплимент ей в знак своей любви и признательности. Что там тебе еще? Давай, детка, вперед пошел. Давай. Милая. Молодец. Милая. Любимая. Да. Очаровательная. Молодец. Чудесная. Блять. Ты посмотри, какая у меня дочь. Она изящна, как балерина. А машину она водит лучше всякого мужика. Мое воспитание.
как она сидит в седле на коне. Как вот это вот, как кавалерист из уланского полка. Ничего, переживем. К счастью, мой сын умеет готовить прекрасный обед. Давай ёбнем за это, давай. Я, конечно, видел тебя счастливым, но не настолько. Неужели ты сокрал жениться? Ну так, это само собой. Я сейчас только что получил самый лучший минет в своей жизни. За это. Будем. Слушай, я, конечно, и раньше видела тебя счастливой, но не настолько. Ты что, так хочешь выйти замуж? Просто сейчас я делала последний минет своей жизни. Последний. Все. Первая брачная ночь сегодня, мужики. Первая, блин. Человек, блин. Да дери ее так, чтоб запомнила на всю жизнь. Нет, ты лучше не трогай, она устала сегодня. Знаешь что? В первую брачную ночь раздень, положи на кровать, стой над ней и дрочи. Ты нахуя? Чтоб она поняла, что с первого дня ты и без нее можешь прекрасно обойтись. Усек? За мужиков. А где наша замечательная тамада? Она все время где-то крутилась здесь. А вы хотите сказать тост? Нет. Просто это мой муж запропастился. А надо же когда-то начинать. Понял? Еще что-нибудь желаете? Огурчики, чуть-чуть помидорчиков. Потрясающе. Дочь, ты же видишь, как мне хуёво.
чего? Соберись, мужик! Ты же или нет? Соберись, это жизнь. Что поделаешь? Брудит взрослый мужик, а в сышках баба. Да он, блядь, меня вчера подвел. В руки брать не хочу. Произнесут финальный тост. Давай. Я жених. И пиздитый жених. Жених, вот, вот жених. Во главе стола. Я жених. Ну хрусь не, пусть ты жених. Только скажи тост. Я жених. Хуя не соображаю, блядь. Горько. Горько. Невеста сделает мне минет. Что ты объяснишь, блядь? Уже сказал невеста, а не жених. Горько! 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 Hehehehe